Сегодня буду садить мамортику или бешеный огурец. Семена выглядят как семечки, вот такие. Для этого я подготовила грунт. Я беру стаканчик где-то пол-литровый, подписываю. И в один стаканчик я сажу 2 зернышка. Как я это делаю? Значит, сюда в стаканчик я насыпаю грунт, хорошо проливаю марганцовкой темной, делаю углубление и еще в эти углубления тоже проливаю теплой марганцовкой. В дно стаканчика обязательно делаем дренажное отверстие и ставим в какую-то еще емкость, чтобы лишняя вода обязательно стекала. И при посадке мамордики есть небольшой секрет. Для того, чтобы эти семечки взошли у вас 100%, нужно взять каждое зернышко и разлузать его как семечку. Как вот обыкновенную семечку вы лузаете, вот точно так его нужно немножечко разлузать. Иначе, если вы посадите вот это семечко, оно может просто не взойти по той причине, не потому что оно старое, а потому что росток не сможет пробить вот эту толстую скорлупу. Поэтому перед посадкой мы разлузываем каждое зернышко. Я буду садить 2 сорта. Это бешеный огурец и найя. Здесь у меня было 5 штучек, здесь 4. Вот. Как я это делаю? В луночку кладу зернышко. Стараюсь, чтобы оно легло вот так вот плоской стороной. То есть росточек пойдет так, как ему удобно. На глубину где-то сантиметр. Вот, положила 2 зернышка. И этой же землей вот так вот прикрываю. Приблизительно сантиметр. Можно и 2, но лучше сантиметр, тогда оно быстрее взойдет. Все, точно так же я посажу сейчас все остальные и сверху натяну стрейч-пленкой. Или же можно пакетом целлофановым, прозрачным, и поставить в теплое место. И обязательно, чтобы там был свет. Все, у вас 100% зайдет мамортика.